Добрый день всем. Сегодня 9-й день нашего путешествия. Мы стоим в Марине Мармариса. Пережидаем шторм. Вот, все спрятались, все лодки спрятались в Марине, в Маринах, потому что ветер до 60-80 узлов по прогнозу. Ночью был очень сильный ветер. Сейчас дождь кончился. Погода успокоилась, и все нормально. Это вот такая вот погода находится, волнение находится в Марине. Сейчас попозже посмотрим, что находится за Мариной. В море это выглядит примерно вот так вот. Переливаются через край, через верх.